рука вот так из двух пальцев состоит. И да. Ты себе, и мне, короче, палец засунул. Я в чайхане. И зря. Кристина Вадимовна. Фруктовый. Ага. А это мой. Пол четвертого так мало лайков. 37 человек вон смотрит этот перископ. 38. Всего лишь. Да. Сколько времени у нас? У нас пол четвертого утра. О, Сергуня, там привет огромный ему. Ой, там ой, тоже ой, привет всем. Ла-ла-ла. Ты похорошела, как ушла с дома. Сейчас скоро нос сделаю себе. Так ты похорошела или я похорошела? Да, это я. Да, хочу нос сделать. Видите, у меня горбинка. Сережа красавец. Спасибо, вы тоже, наверное, не уроды. Любимый Катасонов, смешная фотка написали, ё-моё. Да. Ты есть Ваське? Ваське? Нет, я только на смс-ках и почтовыми голубями принимаю. Мы слайте голубя. Почему решила Тигран делать? Он хороший хирург, я тоже думаю. Да, Тигран Альбертович очень хороший хирург. Это тоже, что и Ваня. Это тоже, что у Романец был, у этого, как его, у Берниковой он делал. Потом этому, господи, Гозиас он грудь делал, а этому, господи, как его? Грудь. Как его? Ему нос разбил Саша еще огромный-то. Устал. Нет, блин, как его? Заяц. Гаспаров. Как Гаспарова зовут? Эдгар, господи. Да, спасибо, Эдгар. Хочу Катасонова. Я тебя тоже. Он тебя тоже. Наташа, привет, из Ульяновска. О, Натаха, привет тебе. Как там Брянск? Как там Брянск? От кальяна голова не болит. Катасонов, тоже Катасонова хочу. Хотите Катасонова, приходите к нам, я жду вас. Привет, стулы, красавчик. Я знаю. Смысле? Катасонов, ты вернешься на проект? Нет. No. Я уже старый для проекта. Да, он уже старый, говорит, для проекта. Изжил себя, все сценки уже показал. Нет, изжил, просто старый. Просто старый? На пенсию ушел. Мне дом 2 пенсию выплачивают, 17 тысяч. А моя операция на нос стоит 280 тысяч. Катасонов нашел себе девушку уже? Да, но сейчас он свободный. Да. Вот так. Классная пара бы из вас получилась. Ой, что, не говори. Я согласна, конечно, но у меня рядом мужик сидит. Он, правда, сейчас пока вышел. Всем привет. Давай вместе с ним. Катасон, пошли на проект. Не знаешь, сколько стоит грудь? С госдружом.
Нет, моя операция 300 тысяч стоила на грудь. За 200, короче, можно найти. Ну, можно, да. Потому что у меня была сложная операция, у меня искривление грудной клетки, поэтому разные импланты стоят. Потому что я тусуюсь, поэтому и не сплю. Потому что я курю кальян в чайхане. Все, вырубай перископ. Ладно, все, всем пока.